Перед тем, как посадить шарафугу на своем участке, пожалуйста, изучите ее родителей. У нас в Подмосковье даже слива, вы знаете, у многих не растет или растет несколько лет, потом загибается. Шарафуга, да, родители, абрикос и персик. Персик вообще не живет в нашем климате. Единственный, я знаю, уникальный случай, это будет эксклюзив, я сниму позже, как вырастили персик на севере Подмосковья. Значит, растет абрикос, как правило, северный триумф, и то он страдает. Что касается шарафуги, она у меня была посажена, то есть это не ноу-хау, как сейчас рекламируют и продают за большие деньги. Это уже давно известный сорт, гибрид. На моем участке он был посажен два дерева 25 лет назад. Оно плодоносило. Ко мне приходила вся деревня вместе с детишками и говорили: пойдем к Наташе, поедим маленьких нектаринов. Ребятки, к сожалению, это дело времени. Она все равно у вас погибнет. Даже если проживет так долго, как у меня, и будет много лет плодоносить. Если у вас позволяет место, и вам хочется попробовать, и хочется экзотики, конечно, посадите. Но перед тем, как сажать, если ваше место не позволяет, очень хорошо, пожалуйста, подумайте.